сверлю я дырки при помощи пера 32 миллиметра. Ну, то есть, все, оно уже не будет рабочим, это перо. Я его сюда поставил с расчетом того, что я его убью. Ну, что делать? Более другой инструмент, чем делать отверстие, я не придумал. А это довольно хорошо. Мох, который я собирал ранее. Вместо мха может быть солома, шерсть, льняная костра или любая подобная фибра, вот, которая имеет прочность и длинные волокна. Замешиваю с глиной. Чуть-чуть добавлю еще воды, потому что мох и, как любая другая фибра, будет на себя часть воды забирать, и раствор будет становиться суховатым. Беру дырочка, прижимаю и запихиваю в отверстие эту жижу. Вот так вот. Опа. Таким образом, я, по сути, реставрирую стену. Я создаю своеобразный каркас жесткости для последующей штукатурки. Это как раз пример того, как можно реставрировать старые саманные дома, либо исправлять косяки, которые вы совершили при строительстве подобного дома. Когда стена намокала, гнила и потеряла свою первоначальную прочность. Я уже там много раз говорил, что у меня это произошло тогда, когда я не успел построить стены своего дома за один сезон, и на зиму у меня стена осталась под атмосферными осадками. Осенью, зимой, во время оттепели стена намокала, замерзала много раз. В ней нарушались глинистые связи. Весной, еще когда стена была мокрая, она начинала гнить. Вот, вот такая вот проблема случилась, что стена потеряла свою прочность. И именно поэтому я говорю, что глиняные дома нужно строить под навесом. Сперва строится каркас крыши, и под этим каркасом возводится стена. Другой вариант, если это маленький какой-то домик, то стену с крышей можно попробовать успеть возвести за один сезон, за теплое время года. То есть это домик, я бы сказал, до 20 квадратных метров можно успеть сделать. Все, что больше 30 квадратов, можете даже не пытаться успеть построить его за один сезон. Если, конечно, у вас там не целая бригада работает строителей. И да, в такой раствор, в котором большое количество фибры, вот как у меня получается, вот видите, да сколько свисает, в нем можно повысить количество глины. В отличие от раствора, который готовится лишь с песком и глиной. Фибра, она повышает прочность раствора, и фибра замещает какое-то количество песка, предотвращая большую усадку при высыхании, и тем самым, опять же, предотвращает появление трещин.